Привет всем, дорогие друзья! Сегодня раннее утро, выходной день, и мы решили забыть о времени и отправиться в небольшое путешествие. Скромный завтрак – это капучино и прекрасная итальянская выпечка. А затем мы потратим около 4 часов, отправляясь туда, где нас ждет любование уголком моря, подъем в гору, и все имеет совершенно другой колорит. Сегодня нас ожидает одна из жемчужин Южной Италии. Это великолепный, просто сказочный город Амальфи. Для тех, кто оказался в таком красивом месте, как Амальфитанское побережье, возникает вопрос, что можно посмотреть, если у вас только один день, чтобы открыть для себя этот заколдованный уголок мира. И в случае, если у вас нет возможности посмотреть все побережье, все равно вам даст возможность испытать первое впечатление, которое Амальфи способен произвести на туристов со всего мира. Необычайная красота этого места просто заставляет влюбиться в этот сказочный уголок Италии и навсегда завоевать частичку нашего сердца. Амальфи – город с населением около 7 тысяч жителей, богатый историей, искусством, и с 1997 года Амальфитанское побережье объявлено ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, а Древняя морская республика Амальфи может считаться в идеале ее столицей. Конечно, Амальфи посещают всегда из-за его красоты. Это является летним местом. Уникальная архитектура белых домов, мягкий климат почти круглый год и характерные ремесленные лавки делают город идеальным туристическим направлением. А еще Амальфи рекомендуется и интересен для гурманов. На самом деле он может похвастаться тем, что является местом, где были изобретены каннелони. Исторически, как и весь полуостров Италии относится к древности, так и основание Амальфи восходит к римлянам. А с 9 века первый среди морских республик город Амальфи соперничал с Пизой, Венецией и Генуей за контроль над Средиземным морем. Вот начинается наше путешествие в Древнюю морскую республику среди лимонов, красочных домов и побережья, которое нам предстоит еще открыть. Перед нами открываются домики постельных тонов в скале, гладь синего моря. Исторический центр представляет собой небольшой лабиринт, который можно исследовать пешком. Украшенный фонтанами, просматриваются улочки, лестницы, площади, сводчатые проходы. Лучшее время для посещения Амальфитанского побережья – это с апреля по июнь, когда весна расцветает взрывом ароматов и красок. Солнце припекает, и вы уже можете впервые окунуться в море, до того, как прибудут толпы туристов. Мы вышли на площадь,
Пьяцца Дуомо. И здесь перед нами открывается великолепный вид на собор Санта-Андрея, также известный как собор Амальфи. Церковь, посвященная святому апостолу Андрею, была построена в IX веке. Поражает своей внушительной лестницей. Преимущественно собор построен в арабо-нормандском и романском стиле. Потом был обогащен византийскими, готическими и барочными деталями. На улице расположено много бутиков, неизбежная лимончелло и представлена одежда, такая живая и веселая, как краски лета, очень яркая. Прогуливаясь по улицам центра, можно потеряться в калейдоскопе красок. Вазы, тарелки, кафельная плитка, журнальные столики. Все это сделано в соответствии с утонченными ремесленными традициями, которые передавались из поколения в поколение. С начала нашего путешествия уже прошло 6 часов, и интуиция нам подсказывала, что нужно завернуть в какой-то уютный ресторанчик. На часах уже полдень, но у итальянцев святое время – это час дня, обеденное время. Мы решили опередить события, пока в ресторанах еще пусто, и можно спокойно себе выбрать столик. Мы выбрали равиоли с красной рыбой и пиццу. Мы вернулись к собору святого апостола Андрея. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Вход в собор платный, стоит 3 евро. Колокольня, примыкающая к церкви, построена в XII веке. Здесь расположен склеп, и в нем находится мощи святого покровителя Амальфи, это святого апостола Андрея. Интерьер церкви роскошный, почти полностью облицованный мрамором и украшенный фресками в стиле барокко. Здесь на площади возле церкви также расположен фонтан, посвященный святому апостолу.
середина 18 века. После осмотра исторического центра подышим еще несколько минут морским бризом. Вот такой райский уголок, кристально чистое море, то, что нам удалось посмотреть за один день. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И всем пока-пока. Чао-чао.